Вечер открылся с показа портрета Инала, кисти заслуженного художника Осетии, члена Союза художников России Вадима Каджаева. Близкий друг художника Рада Дзагоева призналась, что ей часто не хватает общения с этим без привлечения удивительно глубоким и щедро одаренным человеком. Ирон Шаглапу, обундароха модемок там хове, масих сан нахала сарозе шаве, лично манам махишам джусуйт инал. Инал Джусуев родился 7 августа 1976 года в Цхинвале в семье актера и художника Лео Джусуева и филолога Лидии Наневой. Талант Бегея формировался в самые тяжелые для республики годы. Его картины увлекают и берут заживо. Они необычны и заставляют думать. Они такие же, каким был сам Инал. Тонким, ранимым, ироничным, не по годам мудрым. С мифологией и загадочным миром символов Инал был на «ты». Поэтому ему легко удавалось работать в научно-исследовательском институте этнографом. Он много знал и, не скупясь, делился знаниями со своими учениками, студентами Цхинвальского художественного училища имени Махарбека Туганова. Джусуйте инало дис ирестоне айвадун интеллигенция ир терминавертей. Ама ян афу мадар, кума равахтай камберге чингу тадар, мана открытка тадар, я репродукция тима. Шема ядам хуздар за той, кой я шорд мэйс фалдестон. Интеллигенция – это разумеющий. То есть человек, который понимает, что вокруг происходит, что должно быть, как должно быть. А Беге все чувствует. С ним же было необыкновенно интересно. Просто необыкновенно. Потому что он не просто о чем-то говорит. Он это чувствовал вот всеми фибрами души. Художник был иллюстратором 4 томов антологии остинской литературы, автор эмблемы общества остино-болгарской дружбы. Им был разработан макет мемориального комплекса памяти героев и жертв грузино-остинской войны с 1989 по 2008 годы. Жизнь Инала Джусуева оборвалась внезапно, на 38-м году жизни. Его не стало 18 декабря 2015 года. Смерть Бегея стала неожиданным и печальным известием для всех, кто знал художника. А для его друзей его безвременный уход до сих пор настоящая трагедия. Собора гнавидер ирон мифологии мэ ил орзундер персонажу дисме кад орштунад мэ беги ноджнавек тингдер борзун кутог мэ мэ мо мэ нендер факан кутог кудрас суду мэ шуху занисканан беги шастын госай мэ ва уш дисаджу пор персонаж мэ о нём можно говорить, говорить и только хорошее. Он очень любил детей, любил людей. Он столько любви отдавал, что поэтому нам его не хватает. Как художник, с ним бывало всегда прекрасно общаться. У него было очень много прекрасных идей, проектов, которые, к сожалению, не были воплощены. من افکت کنم مثلا نه من افکت کنم گوشی دست من زیاد تزرجیم چیزونه بردون نخست استفاده این در خزون نیگه نزرخم. Исполнители авторских песен Инна Кучмазова, Анна Чочева и Алла Кокиун в память о друге исполнили несколько композиций. Эльвира Дебилова, Ринат Медоев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня.